Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, и я Вика. Сегодня у нас вторая часть совместника, девчонки. Сегодня свяжем рукава. Хочу всех поздравить, все большие умнички, все вяжут, вопросов возникает очень мало. И все вроде бы у нас получается, девчонки. Поэтому попрошу вас еще раз поставить лайк, репост этому видео. Пусть другие девчоночки вяжут вместе с нами, либо после того, как мы свяжем. Вот, поэтому распространяйте это видео, и моя вам за это благодарность. Итак, у нас рукава. Еще хочу попросить вас подписаться на Инстаграм, потому что там проще всего как бы вести диалог, потому что там можно фотографии прислать, видео короткие послать, не то что в Ютубе. В Ютубе вот кроме словесного какого-то, а мне не хочется короткие видео выкладывать. Ну, в общем, в Инстаграме проще общение, как по, на мой взгляд. Вот, если какой-то быстрый совет нужен по поводу совместника. Вот, ну а мы начинаем. В конце покажу вам, как выглядят эти рукава. Точной рукав, по моей версии. Я, в общем, я связала. Вот, я связала, чтобы перепроверить. Думаю, не буду же я девчонкам показывать не пойми что непроверенное. И все прекрасно ложится, садится. Смотрите, какой окат прекрасный получается. При этом максимально простой способ. Я ему не верила, еще раз говорю. Я думаю, ну как же его рассчитать так, чтобы сделать эту систему расчетов, чтобы тут же нужно учитывать и вот эту вот полупатентную резинку, и посадку, и в общем, и все, и подрез, и все. Ну, в общем, сам по себе определился вот такой вот прекрасный, простейший способ. Вот увидите сейчас. Я с вами буду это все пройду на втором рукаве по новой. И все, вы поймете, что на самом деле это все максимально просто, неожиданно при том просто. И я думаю, адаптация для пройдет для всех размеров идеально, потому что здесь, опять же, попадание в эту как бы особенность, вернее, особенную плотность полупатентной резинки идеальная. Вот само по себе так получилось. Вот правда, само по себе. Я думаю, дай-ка я попробую вот так вот. Вот, попробовала, получилось. Все. Поэтому рассказываю вам. Итак, девчонки, что мы делаем? Я измерила рукав. Вот вместе стыка. Здесь у меня 40 сантиметров. Ну, то есть 20, да? 40 это окружность. Вот 40 окружность рукава. Помним, что я рукав очень широкий не хочу. Ну, и в обтяжку тоже не хочу. Поэтому вот такой вот рукав. Вот, не важно, чтобы влезла в куртку, но, в принципе, это эта модель и не предполагает широкий рукав. В общем, в моем случае это 40 сантиметров. Берем плотность, ту, которую у нас после обработки. Вот там, где мы обработали образец, и по нашей формуле 40 сантиметров это x петель, 10 сантиметров это 18 петель. Умножаем вот эти два числа. 40 на 18, было бы удобнее обратно, 8, 4, 32, 0, 4, 0, 2, 72, в общем, и делим на 10, то есть 72 петли у меня должен быть рукав. Вот вы посчитаете, сколько ваш рукав должен быть. Отталкиваемся от этого числа. Теперь смотрите, что я делаю. Кстати, вот смотрите, я дальше перешла на вот эти вот спицы, потому что мне неудобно, я не люблю рукав вязать круговую спицу. Теперь мы берем нашу пройму. И что мы делаем, девчонки? Мы считаем, сколько у нас кромочных петель. Раз, два, три, четыре. 67 68 69 70. Вот две петли у меня не хватает. Подрез у меня будет получается. Давайте постепенно, чтобы вас не шокировать. Вот по вот этой вот линии у меня 70 кромочных. 70 кромочных.
И мне нужно 72 петли. Это значит, что у нас, по сути, как раз попадает количество нужная петель в количество кромочной. И поверьте мне, что у вас будет то же самое, потому что оно равнопропорционально, величина проймы ширине рукава, соответственно. То есть не может быть широкая пройма и узкий рукав. Оно все равно как-то должно дружить друг с другом, как бы две эти величины. Понимаете? Либо маленькая пройма и широкий рукав потом в итоге тоже не может быть. Поэтому эта величина у нас будет пропорциональна. Что я делаю? Я отделяю вот средние 10 петель. 10 петель. Можно 12. Если у вас большой размер, можно взять 12. Я в скобках напишу. Даже 14 можно. Все будет нормально, не волнуйтесь. Вот, беру два маркера. Я беру 10. Поэтому от 70 я отнимаю 70 минус 10 равно 60. И делю на 2. Это 30 петель. То есть сюда у меня 30 петель и сюда у меня 30 петель до вот этих двух точек. Я отмечаю эти две точки маркерами. Значит, тут 30. Раз, два, три, четыре, пять, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, двадцать, двадцать два, двадцать три. Здесь у нас переход. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Вот 30-ю я цепляю. И здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14. И между ними у меня должно быть 10 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Прекрасно. Что мы делаем? Мы берем наши спицы, мы берем нашу пряжу и начинаем вязать очень простым способом. Начинаем по одной петле. Сейчас просто лицевыми я провязываю, как бы поднимаю 10 петель из каждой кромочной по одной петле. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь эти маркеры нам не нужны. 10. Поворачиваемся, будем вязать поворотными рядами сейчас. Нить мы уводим сюда к нам и начинаем вязать резинку 1 на 1. Последняя петля лицевая. Теперь смотрите. Мы берем следующую, вот здесь вот мы прицеплены, мы берем следующую кромочную, но изнаночной как бы ее поднимаем, из нее петлю, изнаночная, это в изнаночном ряду. Поворачиваемся, здесь мы вяжем по узору, изнаночная, лицевая. Много спиц, конечно, но зато потом получится цельное полотно. Без всяких прибамбасов, без швов. Так, последняя лицевая. И теперь здесь отсюда мы в лицевой, ну, как бы на лицевой стороне мы поднимаем лицевой. Следующей кромочной петлю. Поворачиваем. Независимо от того, легла она по узору или нет. Мы уже во втором ряду их будем ввязывать, эти поднятые петли в узор. Здесь со следующего, с третьего ряда мы начинаем вязать полупатентный наш узорчик. Так, все петли по узору. Здесь кромочных как бы и нет. Мы находимся в изнаночном ряду, поэтому поднимаем изнаночной петлей из кромочной. Повернулись, сняли, здесь уже по узору мы все вяжем. И так далее, девчонки. И получается, что мы в конце каждого ряда
поднимаем одну петлю. Далее те, вот у меня две петли осталось, остается не хватать, я их просто добавлю в подрез. И все. Вот все, весь на данном этапе весь расчет оката рукава, девчонки. Здесь видите, я лицевой провязала, потому что по узору, а поднимаю я изнаночной в изнаночном ряду и лицевой в лицевом ряду всегда, а потом уже только обвязываю как бы в узор, чтобы просто вот это место соединения у нас было красивым. Смотрите, какое оно потом получается, это место соединения красивое, без никаких нюансов, очень все красиво и профессионально получается. Ну, в общем, я продолжаю вязать, вот прям аж пока не подниму все кромочные, из кромочных петель, из всех петельки. Так, значит, смотрите, вот так вот это выглядит, вот такой вот у нас окат рукава. Он, конечно же, не идеален, но ведь то по итогу, поверьте мне, оно все сядет и уляжется. Вот смотрите, он вполне себе... хорош. Итак, у меня здесь 70 петель, и тут основная главная, девчонки, фишка, как просто вязать полупатентную резинку в круговую. Всего лишь нужно вязать по изнанке. Поэтому у меня здесь, я закончила лицевым рядом, я провязываю изнаночным, доберу недостающие, в моем случае, 2 петли и буду вязать в круговую. Вот, видите, в изнаночном ряду мы делаем вот эти вот, как бы, наряд ниже. Поэтому и вязать мы будем в изнаночном ряду. Поверьте мне, ничему это не помешает. Ну, во всяком случае, не знаю, во всяком случае, у меня ничем не отличается вязка, как бы, поворотными рядами и в круговую. И с лицевой стороны, или с изнаночной стороны. Сейчас мы рассчитаем с вами убавление рукава и будем вязать в круговую ряд до низу. В принципе, самое сложное, вообще самое сложное из всего кардигана мы уже прошли. Это было первое видео, окат рукава я тоже думала будет сложным, думала я в расчетах там немного потеряюсь. Ну, видите, все как бы благополучно. Точно так же будет, поверьте мне, и с карманами. Я уже знаю, как я их буду вязать, тоже максимально просто, упрощенным вариантом, и все, поверьте мне, будет красиво, и карман будет выглядеть шикарно. Далее, что у нас такого из такого сложного, остается вшитие молнии. Молнии тоже есть прекрасный способ вшить молнию, которым мы и воспользуемся. Вот так вот провязала я ряд по кругу и соединяю я это все вязание в круговое. Добираем здесь вот те петли, 2 петли, которые у меня здесь не хватило до 72 петель. У вас может быть больше, но кстати, смотрите, чтобы у вас просто... Ну, если это пару петель, то, поверьте мне, они большой роли не сыграют в ширине изделия. Если, конечно, это по 10 петель, то тогда, да, ширина будет... пошире, поэтому этот вариант в этот момент учитывайте. И вот при круговом вязании мы вяжем, хоть снимаю один ряд просто резинкой, а один ряд на ряд ниже, вот и все. Иначе бы, если бы мы вязали в лицевом ряду, то нам бы пришлось изнаночную провязывать на ряд ниже, что не очень удобно. Поэтому вязать с изнанки нам намного проще. Вот таким вот образом. Так, теперь рассчитываем вот эту вот часть. Значит, здесь мы уже знаем, что здесь у меня 40 сантиметров. А внизу я хочу
уже один рукав вяжу, мне же нужно проверять все, поэтому внизу я хочу 24 сантиметра. Это не резинка, это по до, сейчас мы считаем до резинки. Резинка у нас потом, соответственно, пойдет резинка от английской, и все будет прекрасно. Здесь даже можно оставить 26. Можно, пусть будет 24, я вам сам принцип покажу. Значит, что нам нужно измерить? Вот эту вот длину до манжета. Это меряем по себе. Вот если у нас ручка, вот так вот, мы от манжет, в принципе, и меряем вот эту вот часть до манжета от проймы. У меня это 40 сантиметров, у меня красивые числа, 40 сантиметров. Может быть больше, может меньше, но я сама на себе меряю. Вот так вот у меня получилось. Теперь берем мы нашу плотность, высоту исходную, уже готовую. 36 рядов, 10 сантиметров. 36 рядов, это у нас 10 сантиметров. 40 сантиметров. X рядов. Ой, подождите, сначала нам нужно рассчитать, это оставляем, сейчас мы рассчитаем другую. Значит, 24 сантиметра, это X рядов, и 18 петель, это 10, опять то же самое делаю, видите, 18 петель. Здесь мы рассчитываем петли, сколько петель у нас должно здесь остаться. Значит, 24 умножаем на 18. Так, 32 16 192, 4 2, может, неправильно считаю, вы сейчас меня опять расстреляете. Ну да, значит, 43 петли у меня должно остаться здесь. Значит, это или 42, или давайте 44, потому что четное должно для резинки 1 на 1. Значит, 44 петли. Здесь у меня 72, значит, 72 отнимаем 44 равно 8 28, и делим на 2, это у нас 14. Значит, это что это значит? Мы должны 14 раз сделать убавление по 2 петли. В круговую мы будем сокращать. Почему 4? Ну да, 14 мы сразу будем сокращать по 2 петли. Сейчас я вам расскажу. Значит, всего 14. Это я пример. Вы считаете свое. У вас может быть свое число. Не 14 петель, а 16. К этому числу, к этому числу 14 я добавляю 1. Это значит, что 1 пролет. То есть 14 сокращений, и вот этих вот промежутков между ними будет плюс 1, у всех плюс 1, это 15. Значит, что нам нужно рассчитать? Вот это число, сколько у нас вот эти 15 отрезочков между вот этими добавлениями. Для этого вот это число, значит, 36 рядов в 10 сантиметрах и x 40 сантиметра, значит, 40 умножаем на 36, или 36 на 40. Значит, 40 на 36. 0,441. И 1440 и делим на 10. Это 144 ряда у нас. Вот некрасивое число получается. Но ничего. Значит, нам нужно поделить на 15, что не делится. Но если мы поделим на 14, вот смотрите, если я делю на вот эти, вообще в идеале поделить на 15, и если получается, то равные вот эти вот части. У нас же не получается, потому что здесь 144. Значит, нам нужно либо добавить 6 рядов, либо оставить эти 4. А знаете, что я сделаю? И один из секторов у нас будет тогда 4 ряда, остальные по 10. Понимаете? То есть, если мы делим 144 на 15, вот видите, 6, значит,
Это если делить одинаково. Ну, если делить одинаково. Понятное дело, что ряд на 6 сотых мы поделить не можем. Поэтому я делю на вот это вот число 144 разделить на 14. Это будет 1 минус 14 и... Ой, 14. 10. И 4 в остатке. Это значит, что все у нас в каждом 10 ряду мы будем делать сокращение. И останется вот перед резинкой у нас 4 ряда. Либо можно сюда добавить 6 рядов, чтобы было одинаковый. Но это не принципиально, поверьте мне. Нам важно рассчитать вот эти равномерные сокращения. Все. То, что здесь будет, это 4 ряда после последнего, либо 10 после последнего, поверьте мне, это не важно. Тем более у нас еще будет резинка. Так что таким образом мы рассчитываем. У меня это в каждом, через 9, в каждом 10 ряду я буду делать эти сокращения. То есть сейчас я провяжу еще 8 рядов, потому что один у меня уже есть. И покажу вам, как делать сокращение. Видите, провязала я. Видно, не видно, я уже вечером снимаю. 9 рядов. И как же я сокращаю? Вот здесь вот, ну, так как у меня 2 добавлено, да, центральной петли у меня как бы нет, я смещаюсь в сторону, я смещаю одну петлю и вот сделаю эту лицевую как бы центральной. Значит, провязывать я буду для сокращения по 3 петли, одновременно сокращая 2 петли. Это как бы, как мы вяжем рукав со швом, вот. И сокращаем в начале и в конце ряда. Вот, в принципе, то же самое получается. Значит, последняя у меня лицевая, и здесь я провязываю 3 петли вместе изнаночной, вот. И далее вяжу по узору. В следующий раз, вот через вот этот ряд я провяжу, потом еще 9, я буду провязывать вот эти вот 3 петли лицевой. И у нас будет она лицевая, вот эта петля. То есть это будет меняться ведущая центральная петля. Вот сейчас я вам покажу. Вы на вот этом вот рукаве, вот смотрите. Видите, лицевая, изнаночная, центральная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Вот таким вот образом это все будет как бы выглядеть. Ну и вяжу дальше, девчонки. Вяжу весь рукав аж до самого синего моря. Самого манжета. Вот один рукав я уже провязала, девчонки. Потом смотрите, кстати, можно и не доснимать кусок видео, я прям сразу вам хочу покажу. Провязала еще, ну тут уже тоже, это уже дальше ваша фантазия, тут смотрите на глаз, на вкус, на совещание. То есть если мужу вяжете, спрашивайте у него, какой он манжет хотит. 8 сантиметров у меня. Тут я у себя спросила, сколько я хочу. И иглой закрыла эти петли. Вот, в принципе-то, и все на сегодня, девчонки. Еще я вам сейчас, еще в конце покажу вам на манекене. Одела я на манекен, и так, как я и предполагала, вернее, плечико, оно подрастянулось, оно стало на свое место, так что мои переживания по поводу этого 1 сантиметра, вот здесь видно, не обработан рукав, он еще так корявенько сидит, а вот этот уже обработан и сидит прекрасно, по моему мнению, сидит здесь все так, как должно, вот. Вот так, в таком состоянии я вас сегодня оставляю. Вот второй рукавчик довяжу. Здесь я вам говорила уже, да, что я довязала резинкой 1 на 1. В общем, до следующих выходных. Спиночку вам покажу. Так, ну это понятное дело на манекене. Еще я потом все покажу вам на себе. Еще хочу в планах у меня показать потом итог на женском манекене. По-моему, тут я так смотрю на свои манекены. Сейчас такая мода универсальная, что хоть женский, хоть мужской вяжи. Девушка одна мне прислала фотографии. Она уже связала. И все у нее прекрасно. Ну, она такой побольше, свободный вязала.
все прекрасно село, не убавляла вот эти вот петли. Хотя, смотрите, с убавлением, по-моему, все там, все четко, все как должно быть, и никаких нюансов. Мне кажется, все, не знаю, вот напишите свое мнение, мне кажется, все садится, все у нас получается, и в лучшем виде, и в самом простом. Смотрите, сам рукав. Мне все нравится, не знаю, напишите свое мнение, вот, пишите еще, девчонки, знаете, что может у кого несоответствие размера, ну, оката, вот как я говорила, и петель желаемых, как бы, получить, вот будем считать, будем думать, если вдруг все-таки это не попадает, то, что я говорила. Если у кого-то какие-то вопросы возникнут, обязательно пишите, будем разбираться. Но у меня все пока. Пока мне все нравится. Ну а дальше уже ничего, никаких как бы таких сложностей. Дальше нам остается только довязать, сделать карманы. Ну, по сути расчетов у нас, в принципе, уже-то и нет. Все самое главное мы уже сделали. Самое сложное это было этот японское плечо. И окат рукава. Вот я же говорю, технически самое сложное мы с вами уже сделали. Дальше будет такое уже. В кайф. Да, ну все, девчонки, на сегодня все. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.